В Саратовской области ситуация с безработицей лучше, чем в целом по России. С такой обнадеживающей информацией выступила министр занятости и труда Наталья Соколова на заседании областного правительства. Правда, успокаивают эти данные только если не знать точных цифр. Уровень безработицы по региону на сегодняшний день составляет 4,7%. По России 5%. По мнению министра профильного ведомства, трудоустроенных в области достаточно много. Наша область по доле трудоустроенных на постоянное место работы и доле граждан, нашедших работу при содействии службы занятости, занимает места в первой десятке российского рейтинга, четвертое и седьмое соответственно. На постоянном контроле находится исполнение майских указов президента. Так, по итогам 10 месяцев программный показатель трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные рабочие места за счет финансовой поддержки службы занятости выполнен на 99,5%. Между тем, накануне стало известно о том, что в ближайшие месяцы на предприятиях Саратовской области пройдут масштабные сокращения. Работы лишатся 4000 человек. Большинство из них придется переобучать. Что, как считают чиновники, не так уж плохо. Это поможет сбалансировать банк вакансий. Наряду с хорошими показателями по уровню безработицы, пока не удается достичь сбалансированности в структуре кадровых ресурсов региона, что приводит к низкому качеству вакансий с одной стороны и дефициту рабочих кадров и инженерно-технических специалистов с другой. Такая проблема стоит не первый год, но в условиях реализации программы импортозамещения надо искать новые модели рационального распределения рабочей силы. Уровень трудоустройства всех обратившихся на биржу составляет 80%. При этом на сегодняшний день на каждого безработного приходится две вакансии.